может, всего к концу сегодняшнего дня может подняться очень-очень высоко. Ну, по крайней мере, на восьмую сторону. К тому же и все остальные команды отошли недалеко. Тоже будет в результате играть от защиты. Ну вот первая контратака в этом матче, и не было возможности у голкипера отразить удар. Счет становится 1-0 в пользу команды. Таким образом, ну вот совсем я не понял, почему сейчас не пошел без рукавников на этот мяч. Ну, отчаялся. Отчаялся. В итоге 3-0. Вот хороший момент, и здесь не было ни единой возможности у Дмитрия Смотрова для того, чтобы вытащить этот мяч до того, как он влетел в сетку. Вот. Теперь вышел из ворот. И удар должен был последовать. Затянули. Всех положил уже на паркет. В итоге влетел мяч в ворота. Здорово, очень хладнокровно сыграл игрок. Мне уже было... Ну, по крайней мере, нет такого красивого вида, да? Да. Вид здесь божественный. Свежий воздух, когда хотя бы видишь, это все равно придает очень успех. Хорошо. Ну что ж, Вадим, во второй раз должен я тебя поздравить. Счет становится 2-0 в пользу Мособлбанка. И сейчас МКБ будет отыгрываться, конечно, намного-намного тяжелее. Ну, судьбу игрока. Ну, Маржоков Станислав уверял судью в том, что ничего страшного не произойдет. И, ну вот видите, как удивительно, действительно желтую карточку получил. И такой стимул хороший приобрел, забит. Да, уже многое будет зависеть от того, как себя покажет русский винный дом. Только что у нас состоялся первый забитый мяч. Мария Новости вышли вперед. Даже, наверное, не верят со своему счастью, ребята. Давно не знаю. Утомительные, изнурительные матчи. Уже команда сегодня проводила еще одна ошибка. 2-0 становится счет. Должны мы, конечно, похвалить Сбербанк. Молодцы, ребята. Но здесь, конечно, больше эмоций команды.